Всем большой привет! И на дворе сентябрь месяц, за окном шпарит дождь постоянно, по крайней мере у нас. И пора посмотреть, как дела у нашего трио, которое было пересажено из МХА в Кару, в чистую, за которым мы наблюдаем. Итак, вот наша интермедия. Прекрасные листочки, отличный тургор, она их держит. Корешки тоже в полном порядке, ничего не отсохло. А растущие есть. Есть растущие, которые закапываются туда. По стеночкам, к сожалению, растущих кончиков не видно. Но корешки есть, их много. Вот тут вот не видно на камеру. Через кору. Дела отличные, цвет отличный. Мне нравится. Так, вот этот товарищ. Тут совсем другие листочки. Листочки глянцевые, лаковые. Это у нас Модеста на Яванику. Но они очень тоненькие, очень интересные. Поэтому они с одной стороны очень плотные, а с другой стороны не стоят заячьими ушками, хотя и достаточно у них, как так сказать, чтобы не повторяться все время, ну ладно уже. Хотя у них достаточно плотная текстура, структура. Корни на месте. Ой, полив был. Корни на месте, ничего нигде не отсохло. Не потрескалась. Вот тут вот тоже все как было. Немножко, как по мне, вот этот листик стал более ребристым, погрустнел. Но в остальном все отлично. Все как было. Чувствует себя хорошо. Так, и вот этот красавчик у нас. Это мой Reflex Dragon Blue. От Митуо. Тут тоже такие глянцевые листочки пластиковые, но здесь уже они поплотнее, вернее потолще и такие стоячие. Вот такой вот. Корешочки все на месте, ничего не отсохло. Вот они все, как и были. Вот один уходит. Вот. Меня все устраивает. Меня картина радует. А немножко тоже. Вот самый нижний листик. Тоже грустнеет. Но грустнеют это вот эти вот самые первые ювенильные. Так он выглядит хорошо. Не радует меня. Листья хорошие, блестящие. Так что дела идут отлично. Никто помирать, усыхать не собирается. Листвой не бросается. Все супер. Мне пока все нравится. Ну, мне все нравится уже много лет. Я так делаю, пересаживаю. Ну вот. И в рамках эксперимента тоже все идет очень хорошо. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Там обязательно будут ссылочки на плейлист с роликами про это трио и про то, как у них идет дела, как идут дела. Мы с вами сможем это все наблюдать вживую, ничего не скроешь. Посмотрим в течение года. Думаю, будет достаточно, как все будет дела развиваться. Вот еще там ссылочки на странички в Инстаграм, Фейсбук. Заходите, можем пообщаться, посмотрите фото. И на этом все. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока.